ножку за голову и садишься вниз. Вот, вытягиваешь локоточек на себя. По одному, да. Ножку дальше вытягиваем. Да, темп можно немножко поднять для тех, кого получается. По одному делаем. Поживее встаем. Женя, топ четче. Плотнее захват, выше к себе подтягивай. И назад движение, выше колено подбиваешь. Малыши, встаем поактивнее. Давид, а где нога твоя? Тянешь вниз. Женя показывает, выполняя. Шаг. Топ маленький назад. И подбиваешь ногу выше колена. И болевой тут же. Шаг, тяга, подножка. Осталось 50 секунд. Не падай. Стойку, нога идет за голову, а потом только опускаешься вниз. Встали в исходное положение. Поактивней. Захват. Шаг. Тяга, локоточек подтянули. Подножка, мягко. Локоть не отпускать, нога за голову. Ладошкой пола не касаться. Поменялись. Поживее, 20 секунд осталось. Малыши, поднимаемся, не сачковать. Захват, шаг, тяга, подножка. Болевой, со стойки, когда мы стоим на двух ногах.